По поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с личным составом, несущим службу на боевых позициях на государственной границе в Кельбаджарском и Лачинском районах. Как сообщает Минобороны Азербайджана, на встрече с военнослужащими, проходящими службу в суровых климатических условиях и на территориях со сложным рельефом, министр высоко оценил их боевую и морально-психологическую подготовку. Генерал-полковник побывал на наблюдательных пунктах и понаблюдал за деятельностью противоположной стороны, опробовал возможности оптических приборов наблюдения и технических средств. Ознакомившись с условиями, созданными в пунктах размещения, министр отметил, что здесь создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения качественной организации и несения боевого дежурства. В заключении глава оборонного ведомства отметил, что работа по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих будет продолжена и в дальнейшем.